Администрация Нижнего Новгорода впервые разрывает отношения с перевозчиком на основании нарушений. Речь идет об Александре Комракове. Предприниматель снят с маршрута номер 71. Постановление сегодня подписал глава города Владимир Панов. По его словам, на пассажирах это никак не скажется. На маршруте сейчас работает еще один перевозчик – ИП «Каргин». Владимир Панов отмечает, что у этого перевозчика на линию выходит обновленный подвижной состав. И к нему нет вопросов у контролирующих органов. А вот в работе Комракова выявил нарушения и департамент транспорта и ГИБДД. Перевозчик не подключен к системе ГЛОНАСС, не соблюдает расписание, выпускает на линию автобусы, ему не принадлежащие и технически неисправные. Это инциденты, допустим, с выкатыванием колес, которые по ходу автобуса происходят. Инциденты, когда, значит, пассажиры вываливаются из автобусов. Да? Недавно буквально был случай, молодую маму с ребенком протащили тоже на автобусе этого перевозчика. Если не можете выполнять, обеспечить безопасность, значит, будете уходить. Поэтому сейчас внутри администрации идет анализ выявленных нарушений по другим перевозчикам, и точно так же по каждому перевозчику будет приниматься определенное решение и меры воздействия.